Ты знаешь, что это? Фотоаппарат. Он фиксирует то, что существует на самом деле. Ты увидишь, что в шкафу нет никаких демонов. Прошлой ночью что-то жуткое произошло с Джоэлом. Недавно умерла его жена, он вел себя странно. Мне страшно за его сына. Не могли бы вы посетить эту семью? Кто вы? Что вы забыли в моем доме? Где ваш сын? Мейсон. Мейсон, эй! Привет! Эй! Что вы сделали с ним? Ваш род проклят, на нем клеймо Абадонна. Это древний демон разрушения, который принимает разное обличие и может вселиться в любого члена семьи. Если не остановить его, он захватит и другие семьи. Только экзорцизм поможет вам. Моя жена поверила священникам, и это ей не помогло. Я должен спасти сына сам. Экзорцизм. Это только начало. Изгоняющий дьявола Абадон. В кино с 9 января.